Самое доброе утро. Сегодня у нас какое? 16-е, да? Завтра, да, завтра заканчивается. Завтра будет Бари, последний день этого круиза. Я заросла, вообще заросла. Но как бы поздно, конечно. В час дня очень поздно. Сейчас начало второго. Люди уже выходят. Все такое соленое-соленое. Если языком лизнуть, мне кажется, будет соленое, потому что морская вода. Это мы шли из Стамбула, на Корфу. Мы такой громадный путь проделали, если посмотреть по карте. Вот мы почти двое суток шли, да. Чуть-чуть меньше. Ветрено, прохладно. В прошлый раз я была здесь, было очень жарко. Посмотрим. Торчит все. Ураган на голове. Ну, мне нравится, мне так идет, но все-таки мне проще, чтобы вот утром встал. Хотя тоже я встала, утром голову намочила, вот так вот все волосы наверх забирала рукой. О, все, и у меня прическа, голову потрясла. Ну что, пошли, собираемся. Ой, надо же денежку взять, не забыть карточку. Деньги там не лежат, вон у меня остатки с Турции лежат еще в долларах. Мне надо взять эти евро. Пойдем. Ну что, кофеечек, двойной эспрессо. Стоит 2,50 евро. Мать, вход стоит. Ой, какая вкуснятина, как пахнет. И печенюшку дали. Сейчас иду сделаю маникюр. И, наверное, подстригусь, если Бог даст, на эту парикмахерскую. Ну, в салон для ногтя я уже нашла, совсем рядышком. Какие уютные улочки. Шикарный такой куст. Обвил полностью все три этажа. И вот он, мой кораблик стоит. Красиво. Такие кисточки красивые. Итак, я поднимаюсь медленно в гору. Такая ручка, сейчас буду педикюр делать. Какие старинные амфоры. Опять-таки, есть предположение, что их подняли со дна моря. Очень может быть. Итак, я сделала маникюр-педикюр. Сейчас иду, смотрю, где бы мне подстричься. День, можно сказать, удался. Ого, какие лимоны растут. Вау. Тут продаются растения. Рассады. Все, что ты хочешь. И все, опять-таки, все раскрашено этими дурацкими рисунками. Вот они растут. Мусные. Вкусняшки, они какие-то желтые, просто такие же размеры. Грязюка развалины. С мусора валяется по дороге. Я не знаю, куда я попала. Такой шикарный остров. Или куда-то в Африку. В прошлый раз я погуляла в ту сторону Корфу. Ну, там действительно красиво, там много ресторанчиков. Думаю, дай-ка я схожу в эту сторону. А тут завал просто. Беднота, нищета. Все магазины закрыты. Стоят раздолбанные машины. Короче говоря, жуть. Просто жуть. Ну, а море, конечно, горы шикарные. Яхты. Это, конечно, да. Стоит таверна, никого нет, все закрыто. Я не знаю, чем они работают, работают ли они вообще. Ну, котерочки есть, да. Ну, все закрыто. Такое дерево интересное в дырочках. Black and white. Как будто все вымерли. Раз
разруха, конечно, разруха. Такое ощущение, что я попала в социализм. Кафе закрыты, гостиницы закрыты, бары закрыты, рестораны закрыты. Все вот такое вот, все раздолбанное. Жуть. Итак, я зашла в терминал. И вот здесь, вот этот кусочек этого острова. Я его весь обошла, вот этот кусочек, в прошлый раз. Duty free. Я себе на обед киви. Через полчаса у меня обед, люди танцуют. Что-то за крабик? Даже не знала. Отчаливают. Ну вот какая панорама открылась. Как корабль шел. Ну все, отходим, отплываем, отползаем. Завтра будет Бари. Как красиво вечером. Это мы гудим или они гудят? Кто-то из нас точно гудит. Распродажа. Чего только тут нет. Конечки. Ну, такая только маленькая есть. Чего? Сигары. Для карасёла. Duty free shop. И пошли по бриллиантовым лестницам. Итак, пошли в ресторан. Я второй раз за эти 10 дней иду в ресторан ужинать. Все как-то не приходилось. 18:30. Сейчас зайдем сюда еще посмотрим, что у нас здесь. Мне осталось 10 минут до ужина. Тут так прохладненько, так хорошо. Итак, это шримп-коктейль, тут шримпы. В общем, морепродукты. И ко мне пришла уточка. Вернее, мне принесли утку. Это, скорее всего, картофель. И кокосовый пудинг. Я его, кстати, обожаю. В таком лифте красивом.